Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hardware Set Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как добавить, а впоследствии и удалить аккаунт Google на вашем смартфоне Vivo Y20s. Для начала мы заходим в настройки, затем листаем чуть ниже и заходим в пункт Google. Далее жмем на кнопку «Вход в аккаунт». И на этом этапе мы вводим свой адрес электронной почты. Жмем «Далее». Ну и теперь, соответственно, вводим пароль от этой учетной записи. Далее принимаем условия пользования. Google нам сразу предлагает резервную копию. Я пока отключу, но функция достаточно полезная. Жмем «Принять». И как мы видим, аккаунт был добавлен успешно. Как же теперь из него выйти? Все очень просто, мы переходим назад и заходим во вкладку «Аккаунты». Далее жмем на тот аккаунт, который мы хотим удалить, и жмем кнопку «Удалить аккаунт». Подтверждаем, жмем «Ок», прикладываем палец, либо вводим любой пароль, который вы ставили. И как мы видим, аккаунт был успешно удален. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!